Ковальский. Я расскажу о своем проекте Angel of Good альбоме 1990 года. Плюс бонусы за 9 лет. Называется он ATS-DEM. Демос 1990-1999 годы. За этот период. Слушай, подписывайся на мои каналы. Подписывайся на мой канал Vocal Trance. Сейчас. Покупай футболочку, Рамштайн! Тебя приветствует твой клуб в очередной серии, посвященной моему проекту Angel of Good Ари 1990 года по 2000 включительно. Вот сегодня расскажу о своем альбоме Apocalyptic Thrash Speed Death Metal. Он включает в себя там несколько песен плюс бонусы. Вот это первопресс, это, можно сказать, неизданные песни, это первопресс 2017 года. Кассет я не делал, если делал, то в экспериментальном виде, и понятное дело, что это было в начале 90-х, как я и писал выше, на тетрадки, на бумаге в виде тетрадки. В клеточку вот. Такое. От руки там было что-то написано, я уже не помню. Короче, это такое. Это издал мой друг Сергей Гордиюк. Проект Молох на своем лейбле Vibra Shackle Records. Вот он играет, кстати, на кассете. Качество, сам понимаешь, говно, потому что я писал с магнитофона магнитофон, ну, и так, потом еще с магнитофона магнитофон, и качество такое вот, да, и потом 90 каком-то году немножко ремастерировал, да, вот. Вот, все это писалось без помощи компьютера. Вот. Сейчас я покажу доказательства того, что этот проект был в те годы, в 90-е годы. Вот. С чего это, ну, вообще, я рассказываю о себе, о своей деятельности, потому что я не большой какой-то, у меня нет денег нанимать этих самых спикеров, так сказать, всяких непонятных вот, людей. Вот. И почему я это еще говорю? Потому что долбоеб американец на метал-архивах. Нет, все, что было написано обо мне, он все оболгал, блядь, и написал, что я фейк. И что типа до 2016 года меня не существовало. Сейчас мы будем это все обрыгать кибенем, сука. Вот. Подписывайся на мой канал Vocal Synthesizer. Покупай футболочку Kiss. Так вот, будем сейчас все это кибеня опровергать, что меня не существовало. Я существовал? Как ты не существовал? Если ты не знаешь, что это не значит, меня не было. Мои кассеты издавались на дистро барабанщика Фантасмагория, Мирошниченко, я не помню, как его уже и звали.
придумал тут чувак, блин. Я помню, как я зарабатывал себе первые свои, так сказать, деньги с кассет. То есть я отсылал ему свои кассеты, выбирал у него там, искал тут клиентов еще тогда, в 90-е годы. 2000-е, в начале 2000-х годов тоже. В начале 2000-х, да. Искал тут клиентов на кассеты, которые у него были. И взамен отсылал свои на дистрибьюцию с обложками делал. Ну, были у меня обложки, да. Вот. А, на Сидж Рекордс я продавал. Ну, этот альбом не продавал, понятное дело. Этого не было. Вот, «Ненависть». Самый первый такой, самый древний, это «Ненависть» был. Вот, и остальные альбомы, да. Вот. Каждая серия буду знакомить. Так, сейчас я покажу. Это издевался над логотипом, так сказать. Сейчас я покажу. Вот. Вот этот страничка на Depressive Illusion Records этого альбома. Стоит он 6 евриков. Это, кстати, вот помог мне в разработке дизайна Молох. Серега, это мой дружбан, да. Гордил Сергей, да, вот. Вот, можешь купить у него, потому что у меня это моя авторская кассета. Я переиздавался только на диске в 2000 каком-то году. Об этом ты сможешь увидеть вот серия моя. Кстати, сейчас я покажу. И вот можешь увидеть клип. Внизу под этим видео есть ссылка на эти. На моем канале есть клип на один из треков. И на серию об этом альбоме. Тоже я рассказываю, вот когда-то 131 серия Metal TV. Так, а сейчас я покажу. Значит, вот, смотрите. Вот. Сейчас возьмем и посмотрим. Вот, смотрите. 1 января 95 года. Еще тогда, еще давно я это все делал. Вот этот альбом. Сейчас я его включу. Вот оно, все лобает, звучит, гремит тех годов. Пропускал через пульт, реверберация. Подписывайся на мой канал. Вот, получается, что я был в 90-е годы. А тут рассказывают сказки, что меня не было в 90-е годы. Вот. 95-й год. Все, вот 1 января 95-го года диск создан. Ну, сказочник рассказывает, что меня не было якобы. Вот. Сейчас я покажу, как выглядела эта болванка, на которой... Вот. Бас. CDR. Сейчас таких и нету, блин. Вот. Синее покрытие еще. Аудио CD, блин. Сейчас такого и не делают. Нахрен. Это я уже ставлю современную болванку с виндой. Вот. Продолжение. Продолжение этой серии можешь вот переходить по ссылочке, которая внизу. И слушать. Вот, смотреть мой ролик. 131 серия. Ну все, пока-пока.
дальше расскажу о своем альбоме «Дисгармония». «Дисгармония» и его предшественниках «Gods Anger» и «Gods of Anger», по-моему, и «Master of Disharmonia», да. То есть это как получается там два было миньона, которые я издавал в виде экспериментальных кассет. И переиздания еще есть у меня. Ну, в наличии сейчас нету. На вот таком формате в DVD. Есть. Это самое. И про Мейхем я рассказываю. Дарктрон. Так что это да, я когда продал, да, пару дисков по 250 гривен было такое. Ну, сейчас я их продаю по 50 гривен. Ну, по 2 еврика, короче, по 6, по 2 бакса. Вот, по 55, по 56 гривен там. По 2 еврика могу, да. Ну все, подписывайтесь на мой канал, плакал. Афоризмы, анекдоты, цитаты. Подписывайся на канал Warhol Audiobooks.